Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний проводит внутренний конкурс по благоустройству. В нем участвуют все подведомственные исправительные учреждения. Принимается внимание как состояние территории, так и организация быта осужденных, а также условия, в которых несет службу персонал. Павел Степаненко продолжит тему. Клумбы, газоны и даже фонтан. Обстановка как в санатории, но с санаторием у этого учреждения из общего только то, что здешний контингент тоже имеет проблемы со здоровьем. Лечебно-исправительное учреждение номер 3 мордовского УФСИН единственное в стране, предназначено исключительно для женщин, больных туберкулезом. Здесь отбывают наказания и получают медицинскую помощь осужденные со всей России. Свободное от работы, процедуры, воспитательных занятий время многие из них посвящают благоустройству территории. Мы стараемся облагородить территорию, облагородить быт осужденных. Все-таки женщины, как бы, где бы ни находились, они должны чувствовать себя в нормальных условиях. Поэтому и в отрядах мы делаем ремонт, и имеется та техника, которая должна, вот эта бытовая техника, для улучшения их условий проживания. Все необходимые для этого средства учреждение зарабатывает самостоятельно. Капитальный ремонт и оснащение вот этого жилого корпуса, рассчитанного на 60 человек, обошлись 1 000 000 рублей. В администрации считают, что деньги вложены не столько в стены и пол, сколько в психологический климат этого отряда. Ну и вклад созданных условий в социализацию осужденных тоже никто не отменял. Бывает такое, что на свободе многие осужденные не имеют таких условий для проживания. Но тем не менее, они даже здесь, находясь в местах лишения свободы, приобретают какие-то навыки. Это пользоваться сушильными машинками, стиральными машинками, микроволновками. Потому что да, на самом деле немногие имеют такие предметы обихода на свободе. Еще 150 тысяч рублей пошло на ремонт столовой для осужденных. Это позволило перейти на качественно новый уровень организации их питания. Сами отбывающие наказание женщины говорят, что изменения в их учреждении не заметить невозможно. Тем более, что ко многим из них они с удовольствием прилагают и свою руку. Ну, рассаживаем, занимаемся ландшафтом, цветов рассаживаем, благоустраиваем как-то отряд. Пока в данный момент не на производстве, вот занимаемся территорией в отряде. Создаем для себя условия, создает администрация для нас условия. Для отбывания наказания, я считаю, и такие, и бытовые условия вполне. Организации быта осужденных не уступают условия, в которых несут службу сотрудники отдела охраны. На ремонт и наполнение всем необходимым караульного помещения, а также на оборудование класса воспитательной работы с личным составом потрачено 800 тысяч рублей. Еще 600 тысяч стоит новейшая система видеоконтроля, монтаж которой уже завершается. Создано караульное помещение, где сотрудники охраны имеют возможность нормально питаться, то есть комната приема пищи, комната отдыха, бытовая техника поставлена, та которая может для удобства им служить для приготовления пищи, для приема пищи. Ну и вообще делается, большие средства вкладываются вот в эти мероприятия, потому что личный состав должен относиться к службе с отдачей. Соответственно, для этого нужно вложиться. Проделанная работа дает лечебно-исправительному учреждению номер 3 неплохие шансы на победу в конкурсе по благоустройству, в котором принимают участие все подразделения мордовского УФСИН. Его итоги специальная комиссия подведет в конце августа. Павел Степаненко, Валерий Балаев. Наши новости из Зубово-Полянского района.